Международный форум в Ульяновске посвятили деталям реализации проекта «Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залив. Новый логистический маршрут – оптимальный способ доставки грузов в обход западных санкций. Путь организован по прямой, а значит, время перемещения посылки из пункта А в пункт Б значительно сокращается. При этом по водной артерии страны-партнеры смогут отправлять не только продукты вроде сухофруктов и орехов, но и запчасти для промышленной отрасли. Мы уменьшаем стоимость логистика, но на самом деле очень хорошо будет конкурентоспособность для поставки товаров в территории Ульяновской. Чтобы схема работала, нужна соответствующая инфраструктура. А это значит, что порты стран-участников проекта должны отвечать единым стандартам. Провести реконструкцию причалов поможет федеральная поддержка. С нами работает Минпромторг, Российский экспортный центр, который сегодня будет формулироваться в резолюции форума, будет указано. Это, безусловно, внутренние водные пути, это портовая инфраструктура, это флот, строительство нового, реконструкция старого флота и государственная поддержка в виде создания единых операторов логистических, которые могли бы сегодня консолидировать этот груз. Доставка грузов организована от портовых терминалов Средней Волги, регионов Поволжья и Европейской России к Каспийскому морю и далее до портов Персидского залива и Индии. Свои намерения сотрудничать стороны подтвердили на форуме. Подписан соответствующий меморандум. Он стал точкой отчета в развитии внешней торговли. Упор сделан на сельскохозяйственную отрасль. И Ульяновская область в отношении присоединения своими товарными объемами, своей продовольственной продукции к этому проекту видится очень перспективным регионом. В Ульяновской области большой объем зерновой продукции, зернобобовой продукции, который очень востребован и на рынках Китая и Юго-Восточной Азии, и на рынках Ирана и стран Каспийского моря и Персидского залива. Сегодня поставки уже осуществляются, и сейчас руководство проекта работает над исполнением задачи – выйти на объем импорта-экспорта, который превышал бы 1 000 000 тонн товара ежегодно. Партнеры из регионов России рассчитывают добиться такого результата к концу 2024 года. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.